ана мобайл шығарсын осы. Мобайл ше? Мобайл. Мобайл шығар? А. Так, жұшас керек таги. Ай. Ай, ану. Мобайл росы. Да, это пара берет. Появляются очертания ванной. Чанха был, ну? Ремонт продолжается полным ходом. Приехал электрик. Исмаил доделывает на втором этаже гардеробную. И сегодня наконец-то приедут, поставят нам последние окна. И уже окончательно дом приобретет в тот вид, в черновом варианте, какой он будет. Ванна. Здесь будет ниша. Складывать можно, что-то будет хранить. Здесь еще будет теплый пол. Батарею берем. Проем заделаем. Гардеробная. Здорово, Смел. Двухкомнатная. Здесь будет душевая кабина, полочки для вещей, там тоже все для вещей, чердак. Надо как-нибудь пробраться, поснимать, что там. Там, по-моему, тоже можно сделать целую мансарду. Места много. Кстати, профиль лучше делать из сотки, более толстый получается. Пятерка, она жидкая, будет стена неустойчивая. Ну что, топливо снова дорожает, дизель уже по сути 50 рублей за литр. Башнефть 92-й, обычный не атом, 45-35. 95-й Атом 48-65 и Атом 92 стоит ЕЕ-40. Ну, походу сломалась колонка. Будет работать? Это сломанная. Сломанная, я снял, чтобы проверить. Ты же сказал, она сломалась. Нет, аварийка сломалась. Мак, ты что шумишь? А, ты хочешь проверить, работает ли все остальное? Да, какие лампы здесь? Горят, не горят. Тахометр не горит? Че, еще не горит? Может, я правильно поставил плюс-минус? Ну, какая разница плюс-минус?
что? Так вот ставится, вот так переворачиваешь, значит. И что изменится? Ну плюс-минус. И что? Главное, чтобы был плюс и минус. Понял теперь? Что нет разницы? Есть разница, Вам. Нет. Есть. Ну, нет, ну сколько я уже ставил, Макс? Я же ставил. То есть лампочка сгорела, хоть ты плюс, хоть минус. Это новая лампочка. А что, не работает? Стрелочку подсвечивает. Заработала? Да. А ты что? А если не починил подогреватель сиденья? Вот маленький витраж. Фальш-окно, потому что кость дверь поставим. В той комнате будет темно, и еще от этого окна будет свет проходить. Вот фальш-окно, чтобы проходил дневной свет в это помещение. Поставили окно на кухне, довольно-таки большое. Решили сделать его глухим, потому что оконщики сказали, если делать его полностью открывающимся, большой больно пакет будет отвисать. А делить пополам уже некрасиво. Здесь будет у нас раковина, наверное. Где-то здесь плита. В углу встроена духовка, микроволновку встроена, поставим. Наверху что-то долбит Исмаил. Вот он, наша гостиная приобретает свои очертания. Электрик тут вошкает, что-то делает. Гардеробная готова. Каркас под проем. Че, смело спать охот? Ну там опять сериал турецкий смотришь, нет, всю ночь? Да. Султан Мурат? Нет, пока это. Короче, тут рок и широк поставил. Не подходит, да? А? Не подходит, да? Нет, я думаю, нормально будет, нифига.